Сегодня 26 июля, пятница, вечер, 2019 год. Вот так вот выглядит Балтийский вокзал. По-моему, кстати, почти 15 минут к 8. Тут остановка. Пойдемте покажу, как внутри обстановка. Жара. Так, тут надо будет сдавать. Ты самого Балтийского вокзала. Ух, жарко. Что-то зашел, еще жарче стало. Ну тут, когда заходил, сказали, что съемка тут на вокзале в целях безопасности запрещена, не знаю, на Витебском нормально все было. Тут магазин есть, Великорусский комбинат. А что тут снимать особо нет? Вообще понятно, как внутри выглядит обычно Балтийский вокзал. Похож на финляндский вокзал, там также поезда стоят. Ничего, в общем, интересного. Ладно, пошел я. Ну вот, провел небольшую экскурсию. Пригородные поезда. Гатчинский двор. Сейчас пойдем посмотрим, что за Гатчинский двор. Набережная Обводного канала. 120 литра А.